Что-то я не понял. Это что там такое валяется-то? Че, серьезно что ли? Я в шоке. За 5 минут. Во-первых, не было пригласительных. Да, в группе писали. У меня нет, извините, в вашей группе. Да. Меня же никто не добавляет. Вы же там был. Да, и куда я делся? Не знаю. Писали. Не знаю. Саня вообще за 5 минут приехал. Я вижу, как приехал. А он вам сказал, все. Погуляли, поехали. Девок искать. Да, только там веревка такая, мне кажется, это игрушечная. Не, у меня есть серьезная веревка, но, блин, за ней идти надо. Копать там что-то, искать ее где-то. А у меня Нива-то на летней резине. Тем более. Я потыкал. Да нет, здесь бесполезно было. Да нет. Просто вот эти веревочки, это так. Мне кажется, это прям баловство. Да это что? Нет, конечно. Он лопнет нахрен здесь. Не, ну вчера же мы попытались же на машину вытаскивать ее. Я говорю, у меня Нива на летней резине. Валя, подержи, пожалуйста. Да, держи. Я же не хочу, чтобы ты коллегой остался. Отпускаю. Сейчас. Документы нашел? Да, иди сюда. Вон, пусть лезет, то есть сапога. Не вплевали, будет мокрый. Сань, на. Ну, чего? Цепляй, опять. Вот, закрыт, вот что. Вот за ручку. Верхую. Отойди. Надо на дверях виснуть. Ламборгини. На дверях надо виснуть. Блин, с одной стороны, да. Ну, пусть попробует. Сейчас просто об те кусты будет драться. Не газуй, не газуй. Давай, а то я сейчас так принесу. Вот так его понесу.
Отлично, вообще просто красава. Красава. Я думал, сейчас понесет. Не, он, конечно, немножко очканул, Санек у нас. Да. Вот, но это достойно, достойно вообще. Сань, какая Нива? Ты чё? Не дал тебя вчера будить, вернее сегодня утром. Ну, потому что бесполезно вытаскивать на самом деле было. Я знаю. У него УАЗик, у него и трассы хорошие. А смысл какой? Я объяснил. Я говорю, если бы было два домкрата, как у меня, и длинная цепь, то можно было вытащить, мы тут. Оттуда, да. Да, я там посмотрел, дерево есть, в принципе, сначала одним подтягиваешь. Дерево, ну, у тебя же их не два, я же знаю, сколько у тебя их. Да, один. Вот. Поэтому так и случилось, короче. Да вот, блин, едет, короче, мимо. Я такой думаю, блин, надо не упустить шанс, короче. Да, с Новым годом. Да я хотел так половить, говорю, может, он на заливе здесь? Поставить. Да, да. На губе? Я его ставил. Я не проехал, я вон там, где вышки стоят, по дороге-то. Там уже давно не проедешь. Прошлый год ездили. Удачно промерзла она. А сейчас под снегом не промерзла ничего. Там бобры еще такие плотины настроили. Бобров надо убивать. Там до хрена их вообще. Торчал, вот. Блядь, передних колес не видно было. Вывешивался, спилил две сосны. А вы на этой фигне ездили? Да. Это 82-я, да, МТЗ-шка? Да. Ну это заднеприводная, да? Ага. Или нет? Полный привод. Я охренел, когда узнал, что у них колеса даже вот так по ширине делаются. Раздвигать. Меня вы взялись. Я тебе больше скажу. Вот так же и на УАЗике раздвигаются колеса. Да? Да. Проставками? Нет, что хочешь делай там. А как, полуоси вытаскивать, что ли, или как? Зачем полуоси? На полуоси, что ли, она едет? Здесь же откручивается колесо. Ну да. Ну, здесь же полуоси тоже нету. Есть. Ну, нет. Тут торчит вал, и на него одето колесо. Вот и просто, да, там... Ступица шевелится. Вот так можно ее передвигать. Диск можно другой стороной. Сразу вот, да. Сток шире будет. Можно два колеса прикольно поставить. А вперед раздвигаются бортовые. Вот так можно раздвинуть. Вот она, труба вставлена. Мучились. А, все, вижу. Вот, ага. Вот это раздвигается, вся бортовая целиком. Ну, это чтобы попадать в колею, да. Ага. Ну, да. Можно разную делать. Слушай, универсальный аппарат, конечно. Офигенная. Но геморроя с ней, я говорю, вот мы да взяли. Ладно. Я его заводил, наверное, полгода. Да, но он стоял. Что стоял? Ну это кто разбирается, да. А мы-то что? Я разбираюсь. Да отдали его. Зачем отдали? Могли бы мне подарить, сказать. Руслан, забери и все. Два года назад. Вот. Не надо технику выкидывать. Да, аккумулятор купили уже такой нормальный, большой. МТЗ 800. Ой, он там 70 какого-то года. Старый. Ну под реставрацию они взяли его. Да отдали нам его. Ну, да, ну все, вот 22 года трактор. Да, но он был это, уже он по Москве. Когда на него. За три года им покидали эту соль, померили, сгнило все. А, из-за соли, да? Да. Остальное все новое. Ну, гидравлика на него не дешевая, да? С
Гидравлика и так не дешевая. На снегу. На что угодно. Сейчас все, вон сзади колесо стало 24 тысячи. Да шланг берешь просто, а он уже, блин, 2,5 стоит, 3. Или новое. Да не, я не помню. Гидравлика, шланг дорого стоит, я серьезно говорю. А уж про цилиндры вообще молчу. Или про насос. Тем более на весну. Да. Навеска, вот, это хорошо. Если бы не навеска, сегодня бы не вылез я из того болота. И вылезешься, и подвесишься. А, ну и подвинешься, а да. А дядя Вась Баранов тоже по сабле тогда ехал. По берегу. Долго буксовал там. Потом, смотрю, пешком пришел. Говорит, сиди на тракторе, хватит. А я там прихожу как раз вот на поворот, где Ускавольт это идет. Да, там народу тьма. Это был года, наверное, 3, наверное, назад. Вообще до хрена, я понять ничего. Видишь, бля, все новое, а соль все сожрала. Все железо. Как, в принципе, и все наши машины, ну, да, которые все в Москве. Все. А сам ты что с GoPro-хой? Ты снимаешь? Больше не съесть. Я все снимаю. Ты что, это же история. Ты починился, кстати? Я кто? Смотрел видос, как ты в УАЗик делал-то. Вот я в это, как его, в Ярцево. У меня это сломилось все в Ярцево. Ну да, я это знаю. Встал, ремень порвало на УАЗике. Яринская? Или, я не знаю, где это такое Ярцево. Ну, Яринская. Яринская. Вот. И, короче, это, оттуда, ну, она остынет до нуля. Да. Я вот это расстояние ехал 5 часов. Как у тебя ремень не лопнул? Лопнул. Он слетел, ролик заклинил. Я, нет, типа, это я видел. Он у меня слетел, короче. И я такой, пока машина холодная, я вдруг завожу и похерачил. Смотрю, стрелка такая, раз, красная. Я глушу, накатиком сколько могу прокачусь, останавливаюсь. Ну, опять до нуля жду, когда она остынет. По дороге не разгонишься. Так вот, здесь вот, да, и проблема-то была. Там-то я быстро доехал до поворота, а потом... И это последняя остановка моя, прямо перед знаком. Где мы... я видел это. А там я бросил машину и пошел дом топить. Пока топил, прихожу, она остыла, я уже доехал. Слушай, а мотоблок ты разобрался с пахалкой? Что-то она какая-то мудреная. Разобрался. Там был люфт, короче. Это, я этот люфт просто нахрен заварил. Теперь эта штука не разбирается. Я ее просто он заварил. Такой мудреный-то? Он поворотный. Потому что плуг ты проходишь в одну сторону, и тебе надо поле обойти и обратно с этой стороны зайти. А у меня, я прошел туда, развернулся, плуг и перевернул и в обратную сторону. Он у меня то влево, то вправо отваливает. Да, да, а да. Только с ним надрючился, с этим плугом. Да, я понять не могу, я, что за херня. Я никогда не пользовался. Ты вчера что ли варил? Я москвич, никогда не пользовался. Я такой, а у меня вот так вот, короче, я упал, он меня волокет, короче. Вот. Я говорю, натерпелся, труба. Вот маленький огородик у меня там был. Я его пока перепахал, у меня этот дым с головы идет, короче. Я не могу понять, что происходит. А? Этого не было, это было не до этого. Слушай, я не знал, что будет такое. Я такой думаю, да сейчас, короче, знаешь, вот как будто лопаткой вот так раз, да? И вот так, раз так, и вот так. А там такое, блин, началось а вообще. Лошадей-то, блин? 6. 6, нормально, это нормально. Он дизельный. Да ладно. Он у меня дизельный. Я его собрал, мне отдали кучу металлолома. И таки говорит, мы собрались выкинуть. Это же новый, по-моему, не? В том-то и дело, он новый, его разобрали. Им нужно было запчасти, они их разобрали, и там нет запчастей. Видео даже есть у меня на канале-то. И они такие говорят, вот этот металлолом мы тебе за 10 тысяч отдаем. Я говорю, так, вы мне его отдаете, я его собираю. Стартер 2,5, если так уж. Стартера нет там. А, нет? Там был редуктор, колеса и блок. А все, внутренности не было. Дизельный, охренеть. Вот. Ну там, наверное, деньги там никак не найдешь. Это, я с ги... А далеко же вечно-то? На горе. А, в Нагорье. О, блин. А я в Лёхе звонил. Макару, знаете, наверное. Где? А что там нормальная дорога-то? Горчик, маленький такой. На горе. Там дорога-то нормальная? Нормально. Вот через там вот туда. А здесь-то нормально. Вон там, на Лихре уехать, там тоже в лесу помойка еще есть. Утром-то я пробрался, блин. А сейчас. Здесь у нас углу. Да, он, да, там. У него L200 такая, пикап здоровый на гигантских колесах. А у тебя что работает-то? Я грел. Вы же как эти. У меня носки слетели, все слетело. Я вернулся. Мы кто оборачивается? Мы думали, ты за. Все, блядь, ко мне примчался. Лёш, помоги. Все, понял. Я? Вон тот.
А, тот да. Не ругайся матом. Он уже никакой. Меня иногда дети смотрят. У него лебедка есть, думаю, лебедка. Собирался вырежешь сегодня. Да. Запикаю. Вот к нам приедет сейчас. Ну это сейчас может приедет. Ну не сейчас, я думаю, после обеда. Может мне съездить за день проще. Вот, наверное, будет так быстрее, да. О, ну что-то там бибикает. Застрялся. Слушайте, я поехал. Ну а как мы? Нет. Лёшка приедет. Отдадите Лёшке. Лёшка отдаст тесте. Или так. Мишку знаешь, тесте. А вы помните? А, Вова, подожди, едет. Все едет. Ну блин, а то не солидно. Да, некрасиво. Господи, Новый год, что, со всеми бывает. Да не, ну все равно надо хотя бы. Ты бы зря так машину-то поставил. Смотри, он сейчас себе еще, блин, засандалит. Потому что он, ему надо именно сюда подъехать, он пешком не ходит. Запросто, блядь, ты что? Ты что, он сейчас это, бачком не стоит. Все, в забор. Блин, жалко машину. Сашку жалко, машины нет. Блин, все, вот. Я не нашел документы. Надо меньше пить. Документы не нашел? Вообще ничего не нашел. Нормально. И дома не нашел? Да дай одну, ладно. До Нового года сюда. Спасибо. Пойдем пройдемся, посмотрим. Подожди, не ты вообще нет нигде. Какой блядь сумки? Ты брал черную, у меня в машине лежала. Где она? Подожди мне. Ты ее с собой спасибо домой забрал, да, блядь. Николай, спасибо, раз выручили. С Новым годом. Мы вчера тянули полночи ее, бесполезные. Да я ей на торчик. Да какой полночи, полутро, блядь. Все, счастливо, спасибо большое. Пойдем, найдем сейчас это, слышь, поехали к тебе. Сейчас весь дом перевернем, найдем сейчас. Ты вчера сумку забрал, блядь. Может, в кувете где валяется? Не-не-не, в кувете чисто все, нет там ничего. Да это просто, это грязь. Песок. Дайте грязь, пожалуйста. Случайно, видишь, человек просто вообще. На рыбалку приехал, блядь. А видишь, знакомый у нас общий. Пошли. А он все-таки понял, кто это, да? Да, да. Он же говорит, Леха, приедет, мне передачу. На рыбалку, да. Я же говорю, общий знакомый. Вторую. Да вряд ли. Там же, а, у них нервы, у них нервы там, у них сабли. Ну, это 16 скоростей в нем. Я думаю, он едет где-нибудь на 8 сейчас. Есть не на 9. И да. Где документы искать? Первый. Все, поехали к тебе домой. У тебя папка черная такая. Да папка черная-то я вчера помню, я-то ее повесил. А сумка кожаная где? Там все вообще, вот все, что можно. Вот здесь валяется. Ты ж сам ее туда положил, блядь. А перчатки твои? Перчатки мои. Ну чё, кто пойдет? Ты проверил бы сразу. Пойдёшь до сабли? Есть желание? Это меня ж... Сань, пойдёшь? Не пропал или чё? Лёха, ты пойдёшь? Спасибо, а я что, я ничего. Это, и мы бы не вытащили. Я просто документировал. Че, Валер, пойдешь, мы все идем. А кто все-то? Ну вот кто здесь. Ты идешь, да? Куда? Туда. До сабли. А что идти-то? Поехали, может, тогда, что? На чем? Ну. На Рено Аркана. Да я шучу, Сань. Давай, я сейчас переоденусь. Не, в принципе, если сейчас пузырек. Мы можем домой. Поехали. Да. Ну что, поехали, давай тогда. Это. Вы когда будете? Ты зафиксировал, как зайдешь, называется, достояние? Зайдешь? Это круто. Да. Это для истории надо. Да. Чтобы потом такие, какие же мы были дебилы. Мы вообще не купили. Мягко сказать. Ну давай мы вам бутылку дадим, а завтра съездишь. Кому бутылку дадим? Лехе. Да мы воды вчера в попихах, воды даже не купили. А колодец? Дети. Ну мелкий у нас болеет. Ну как болеет, остаточно. Что, поедем за магазин? Съездим. Зачем? Мы же вроде на саблю собрались. Пойдем на саблю, иди переодевайся иду, тоже. Да. Тогда смотри, Сань, ты тогда за Лехой заходишь, Леха за мной, а мы тогда уже толпой за тобой. Чтоб не стоять в этом морозе. А ты пойдешь? Ну, если все пойдут, пойдем, я что? Конечно, я белый свар брать? Хочешь, я этого возьму, как его, сусла? Давай, Сань, едь, переодевайся тогда. А там белый Лех, свар. Тоже, давай. И сусла. Ну, белый свар-то в тепле попьем, да?
Ну, можно, да. Ты со слова возьмешь? Ну, могу, да. Ты сам пойдешь? Нет, я пойду что-нибудь одену. О! А! Я не ту кнопку нажимал. Вместо обогрева нажимал это. Короче, стекла работают. Ты же профессиональный водитель. По-моему, твоя жена к нам пошла. Да. Пойдем, да, сади, что, поехали. Мы уезжаем. Мне бы развернуться немножко. Да, мы сейчас отъедем. Там, где-то впереди, я там вчера ездил. Попробуй там где-то.